До початку 5-го Всебелорусского народного сходу застается меньше, как 2 тыдни. Нагадаем, его открытие призначено на 22 червня. Областный сход у Гомеля – это возможность для делегатов собраться разом и еще раз обмерковать питания, которые саправды хвалюют жихаров региона. Минулая пятигодка для Гомельской области была довольно продуктивной. По шергу показчиков регион – лидер в Беларуси. Становчая динамика значена практически во всех сферах. Реализованные инвестпроекты позволили выпускать продукцию, якая по якости не соступает замежным аналогам. Причем модернизация прошла на предприятиях, которые вызначают экономику в области – Мазерским НПЗ, БМЗ, Светлогорск Химволокно, Спартак, Речица и Гомель дрэў, Мазэр соль, Гомель шкло. Разом с тем, сегодня необходимо вести разговор об больш активном развитии приватного сектора. Доля малого бизнеса в нашем бюджете за пятилетку выросла на 10% пунктов и составила 23,5% в областном бюджете. Это очень хороший показатель. Но мы могли бы больше, поэтому мы ставим очень напряженные задачи на новую пятилетку. И очень хотелось бы, чтобы и законодательно, и административно мы на уровне республики все эти моменты поддержали. Удельники 5-го Всебелорусского сходу от Гомельской области перекананы. Головная увага на форуме повинна быть нададена экономичному блоку. При том, что некоторые представники региона принимали удел у распространения проекта социально-экономичного развития Беларуси на наступную пятигодку. На думку делегатов, сегодня айчинная экономика повинна быть больше конкурентоздольной, а тому необходимо уличивать все сусветные тенденции. Ситуация 2010 года, 2012-2013, она немножко не такая, как сейчас. Сейчас мир ушел очень далеко вперед, вышли на первый план новые технологии, новые проблемы в экономике, это, например, падение цен на энергоресурсы. И сейчас нам нужно принять новые решения для того, чтобы экономика и социальная сфера адаптировалась вот к этим новым тенденциям. У каждого делегата 5-го Всебелорусского народного сходу свой погляд на дальнейшее развитие белорусской державы, який у первую чергу залежит от профессии человека. Медики разважают о плюсах и минусах страховой медицины. Представники аграрного сектора кажут о необходимости больше рационального расходования сродков и бережливости на справе, а не на словах. Курсант Гомельского инженерного института МНС Ольга Мельченко, человек с активной житевой позицией, стипендиат специального фонда президента по патримзе талиновитой молоди, член республиканского студентского совета, переможца конкурса профессийного майстерства. На форуме жадая почуть меркование на конт створения для населения больше обеспеченных умов життя. Об обеспечении будущих поколений необходимо клопотиться зараз. Начиная с самого детства, обучая детей вопросам безопасности и том, как необходимо вести себя в различных ситуациях, можно будет в будущем с уверенностью сказать, что будет общество, в котором можно будет минимизировать потери, минимизировать ущерб и иметь объединенное общество и социум для того, чтобы решать какие-то вопросы и ситуации различные проблемные. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».